Участок Соликамской сплавной конторы имел 50 человек постоянных рабочих, а в летнее время количество доходило до 100. Остальная же часть населения Усть Боровой была объединена в колхоз «Передовой путь». Число хозяйств в колхозе 57 с площадью посева более 162 гектаров. В селе были две электростанции мощностью 29 киловатт, две коммунальные бани с пропускной способностью 15 человек в час, больница, женская консультация, ясли на 30 детей, две школы, три магазина, две столовые, клуб с кино и изба-читальня. При наличии всех этих сведений Усть Боровая по существу являлась уже не селом, а рабочим поселком.